И как сообщил глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимреза, в день Конституции России двое активистов движения первых из Карачаева-Черкесии получили свои первые паспорта в Москве. Церемония вручения прошла на выставке форуме «Россия» на ВДНХ в рамках программы «Мы граждане России» и собрала школьников из 22 регионов страны. Главный документ Станислав Ерошев и Вячеслав Дышеков получили из рук заместителя начальника Главного управления по вопросам миграции МВД России, полковника полиции Геннадия Кудряшова и советника председателя правления движения первых Максима Гулина. В этот знаменательный день ребятам также вручили подарки.